Сегодня одно из самых старых учебных зданий Кахемского района полностью демонтируется. На его месте будет возведена совершенно новая и современная по последним стандартам школа искусств. ПСД-проект уже давно уже готов, даже экспертизу получили. И видите, после этого только с Москвы уже одобрение получили. В данное время и вот, все это стоит 73 миллиона 700 тысяч. Это 73 миллиона – это федеральный бюджет, а 730 тысяч – это республиканский бюджет. Пока что демонтаж здания ведется собственными силами работников культуры района. Договор заключен со строительной компанией ООО «Бастион», которая приступит к основным работам в ближайшее время. От здания ничего не останется. Это новая, почти новая как бы стройка. И только от фундамента останется 10% с усилением. Остальное полностью новое двухэтажное здание. Обновление будет. Это первая школа искусств в республике, которую снесут и построят с нуля. О принципиально новом проекте, предусматривающем все потребности учебного процесса будущих талантов не только Тувы, но и России, рассказал директор Буян Монгуш. Свой концертный зал будет актовый, будет театральный зал, будет еще и хореографический зал, как положено по Санпину. И каждый все предусмотрено даже по Санпину, чтобы даже для инвалидов, даже подъемник здесь будет стоять. Всего Сарксепскую ДШИ посещает 246 учащихся, обучающихся по направлениям теория музыки, художники, театралы, хоровой класс. Педагоги и дети с нетерпением ждут, когда переступят порог новой школы. По контракту стройка должна завершиться в сентябре следующего года. Сайгын Бирбе, Буян Монгуш, Софья Сая, Юрий Кюжигет, Тува-24, село Сарксеп.